Капитальный ремонт полным ходом. Скатную крышу дома номер 20 на улице Октябрьской восстанавливают. Ремонт кровли жилого дома номер 20 на улице Октябрьской в Жигалове продолжается. Рабочие уже демонтировали прежнюю крышу и подняли наверх новый кровельный материал. Площадь поверхности составляет 900 квадратных метров. К ремонту приступили в начале апреля. На данный момент у нас производится работы по устройству стропильной системы вот уже последнего подъезда. До этого мы выполнили вот 2,5 подъезда. И, соответственно, сегодня идет затарка материала для того, чтобы окончательно выполнить работы по стропилке. И на следующей неделе приступаем уже к устройству металлоконструкций. Ход работ контролирует администрация городского округа, а финансируются они из фонда капитального ремонта. Уже выполнены устройства гидроветзащиты и обрешетка. Таким образом, строительная готовность объекта составляет сегодня 40%. В начале июня начнется монтаж профлиста. После того, как кровля будет готова, подрядная организация установит водосток и ограждение со снегодержателями. Завершить работы планируется до конца июня. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.